И всем доброго утра, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи сегодня с вами ваш Альберт Вескер. Но это Jurassic World Evolution. Мы продолжаем проходить эту игру. Сегодня у нас будет запись, поскольку сегодня у меня рабочий день. И, к сожалению, утром у меня не было бы возможности провести стрим. И поэтому я записываю сейчас заранее. Прошу... принять твое внимание, если вы у нас новый подписчик. В рабочие дни я обычно утром делаю именно видеозаписи заранее. Так что буду признателен вашей поддержке, лайку, а главное комментарию, который мною будет озвучен. Как всегда. И, как говорится, об озвучке. Давайте же, кстати... Ой, ебаная буря. Я про тебя и забыл, что у нас здесь есть. Так... Ой, чертова буря. Ненавижу ее. Ненавижу эту гребаную бурю. Ну, будем надеяться, что ничего особо не уничтожится. Так. Надо Давай, выводись! Давай, выводись! Чертова машина. Все, буря закончилась, прекрасно. О. Шикарный кадр, мне понравился. О, неплохо. Может будет кадр на 100 тысяч? Отличное фото. Согласен, Финч, мне тоже самому понравилось фото. Так. Отлично. Отдыхай. О, отлично. Что с экспедицией? Есть что-нибудь? Это не то. Тоже не то. Тоже не то. Тоже не то. Нет, как бы все надо. Нам все надо. Ладно, ребят. Еще раз давайте, пока... Ну, меня просто буря отвлекла, и надо было вытаскивать наших коллег. Итак, комментарии. По традиции я всегда озвучу комментарии, вы это прекрасно знаете. Во-первых, Вольфганг. Он написал вчера к нашему стриму по Borderlands. Значит, он пишет, парень, огромный привет передавай. Уже передал, Вольфганг, не переживаю, я уже ей передал привет. И заодно... Амбел Тэч, благодарю, но лучше не кофейку. Кофе тоже хорошо, уточкам самое то. Кофе самое то. Так. Драконорекс, анкилозавр, 82%. Вот шикарно, забираем. Мне нужен анкилозавр. То есть вероятность того, что мы его найдем, высока. Это вообще шикарно. Мало здоровья у кого-то. У нас там исследование. Так, подождите, у нас еще... Так. У нас еще идет раз... Отлично. Эти прокачались, то есть шикарно. С этим даже никаких проблем нету. Есть что еще развивать? Ну да, есть тут электроэнергию только. А так все остальное у нас развито. Прекрасно. Динозавры сражаются. Перейдите к месту драки. Дети сражаются, мне без разницы. Нас не дергают, нам хорошо. С дракона Рексом. Комфорт у них есть хороший. Они все время сражаются. Так, добавить задачу. А подлечить... Подлечить. Пусть лечит, не калечит. Все должно у нас быть чистенько и хорошо. Что с другими? Кормушки нормальные. Все остальное, в принципе, хорошо. Но сейчас, в принципе, все хорошо. Как бы не сглазить, конечно, бы лишний раз. Но, думаю, все устаканивается. Ладно, давайте пока посмотрим. Комфортно. 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 Этим комфортно. Этому вообще комфортно.
Давайте сразу же выведем еще пару стутиаримов. Чем их больше, тем лучше. Народ привлекается на все это дело. У нас же полный геном стутиарима. Вот это вообще шикарно. Но так или иначе, мне нужен анкилозавр. Кстати, что у нас... А, ну они тут производятся, ну, отлично. Экспедиции успешно завершены. Продать. Извлечь. Извлечь. Продать. Анкилозавр есть, но тут очень слабый прям отмена. Извлечь. Они очень слабые здесь. Драконорекс. Где-то был еще возможность добыть анкилозавра. 82%. Ну, по сути, здесь ничего не добавляется. И это бесит. О, что-то есть за улучшение. А, это еще прокачивается. Ну ладно, это прокачивается, это ладно. Что нам делать с вами? Ну, давайте сначала вот здесь. Экспедиционный центр. Скорость раскопок. Угроза динозавра. Вот лечишь этих заразин, лечишь. Так, подождите, сколько у нас вообще электричества? О, электричество впритычок. Электричество у нас впритычок. В принципе, давайте тогда мы вот это сейчас уничтожим. Это уже больше... Да, верни мне денежки. Это убрать, это убрать, это убрать. И сюда еще одну электростанцию. По-другому, к сожалению, никак. Найти бы только место еще для нее бы вообще было бы шикарно. А место я найти-то и не могу. В воде. А, тут вода мешает, и все. Да это не вопрос. Мы сейчас избавимся от нее, это не вопрос. Я просто почему? Нам нужно всю эту зону прямо переделать под себя. Можно, в принципе, было бы заняться на Исла Сорна, но я его оставлю чуть на потом. Так. Сегодня мы, кстати, будем вечером допроходить хищника, потому что... Обещал нашему модератору посмотреть одну игру. Попробовать ее. Она говорит, что за два часа проходится. Ну, это чисто говоря... Ну, красота. Рейнджер уничтожен. Ой, посмотрим, посмотрим. Так. Экспедиция очередная вернулась. Вроде места-то хватает. Подумаешь, немножко задевает. Что из этого? Конец света делать? Тоже ли? Из всего трагедию делают. В принципе, вот этот можно продать. Да, бункер здесь вообще не сдался. Не верю, что я это сам сказал. Так. 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 Так, ладно. Провода. Отлично. Так. Да, это надо тоже подключить.
Ну, в принципе, электроэнергии хватает, это хорошо. Надо сделать еще одну станцию на запас. Во. Еле нашел местечко. Так. Исследование завершено. Защита отключения электроэнергии. Прекрасно. Сейчас эта новая станция построится, и мы ее прокачаем по полной. Давай, заканчивай. Так, ну что там? Ага. А это что, не подключено, что ли? Всё. Это с чем-то разобрался, наконец-таки. Так, зданию. Заменить, заменить. Все прекрасно. В общем, на все остальное средства есть. Выпускаем. То есть не присоединена. Это где не присоединена? Я же ее только что подключил. О, вот так и называй. Ну-ка, где она вообще? Йо. А в этой нужды нет. Все остальное обеспечивается очень легко. Спорить с природой, особенно доисторической, занятие не из легких. Но это ваша работа. И вы неплохо справляетесь. Спасибо. Так. Вытаскиваем. Неплохо. Мне главное сейчас получить бетонные электрические ограждения. Получим их, и все красотки мира наши. Просто потому, что мы их закроем в этих ограждениях. Но если серьезно, конечно, это необходимо. Ах, как Хамон вообще с этим справлялся, я не представляю. Это ж просто кошмар, лютый. Это ж просто лютый кошмар. И надо будет нам как-нибудь прочитать всю информацию. Вот именно прочитать, прямо записать все это дело, всю информацию обо всех динозаврах. Так. Это мы направили, а там на что? Кто-то сражается, да? Ну точно не здесь, скорее всего там. Ой, ищет воду, но он не атакует. Хорошо. Так, добавить задачу. Лечить драконорексов. Добавляю задание. Пусть лечит. Без проблем. Все ясно. Назначаю дополнительное задание. Так, дополнительное задание мы именно назначили. Так. Отлично. Опять же, экспедиционный центр надо прокачать. Так, а сколько у нас хватает электроэнергии? Да, нам хватит сейчас на полноценную такую хорошую прокачку. А если сюда еще и защиту отключения энергии поставить и высокую вырубку энергии, то это вообще шикарно. Да, встал, наконец. Исследовательский центр, стоимость исследований. Понизим. Ну, хотя в этом смысла уже нету, мы и так уже все понизили. Размер хранилища. Скорость извлечения. И опять размер хранилища. Должно хватить технически, надеюсь. Сколько у нас там места теперь? Ну, неплохо. Так, извлечь. Извлечь. Сейчас получим 90. Вот видите вот этот кусок? Он огромен. Он огромен. Это хорошо. Это хорошо. Так, извлечь. Ну, это продать. Ну, давайте еще отправим. Чем больше, тем лучше.
Наверное, за брахиозавром. И сюда. Потому что тут тоже у нас анкилозавр. Причем 87. Хорошие такие кусочки. Кто там помер? Наверное, дракорекс. Нет. Стал жертвой дилопозавра. Забавно. Дилопозавр... Он прямо охотится по полной. То есть, понимаете, он атакует только когда слишком много. Он атакует только когда слишком много всего. Так. То есть, когда их нету, все хорошо. Ладно. С точки зрения обеспеченности туалетами, здесь вообще все прекрасно. За исключением этого места. Сейчас исправим. Нужен туалет. Нужен туалет. Быстро туалет мне подайте. Прямо на входе сюда. А что нет-то? Пусть будет. Так. Ну что, обеспечили туалетами все? Теперь зоны. Так, тут, тут и тут. Да, практически все обеспечили. Сейчас вот достроится и скажет тоже. Ой, спасибо, что обеспечили нас туалетом, мистер Вескер. Спасибо, как мы без вас жили, без вашего туалета. Так и скажут. Так и будет. Развлечениями. Вот только вот эту зону не смогли обеспечить. Но это и не удивительно. Ну, а вот эту тоже еще. Ну ладно, здесь это можно объяснить, здесь это можно понять. Хотя, вот тут, в принципе, еду можно было бы поставить. Тем более, технически местечко-то есть же. Есть местечко. Отлично. Так. Да, и покрывает зону покрытия как раз-таки у нас. У нас хватит электроэнергии? Да, хватает у нас. Вполне, полно электроэнергии. Это меня радует. Так, возвращаемся к окаменелостям нашим. Ага. Отлично. Еще немного, и все готово. Брахиозавры, причем у нас еще много. Красота, да и только. Надо извлекать весь геном, который это возможно. Цератозавр отправим, давайте-ка. Мы практически все зоны, что ли? Да, практически все докопались. Валексагдата бы мне хотелось. Они такие милашки. Но пока что будем пользоваться тем, что есть у нас. Вижу, с контрактом по геному все получилось. Отлично. Отличная работа. Награда за репутацию. Электрическое бетонное ограждение. Великолепно. Давайте же сразу мы его везде и поставим. На Исла Пена все непросто. Даже когда дела идут неплохо. И вы отлично со всем справились. Спасибо. Вот награда за репутацию, заработанную у отдела безопасности. Вот здесь она не нужна, а вот тут вот надо заменять. Она дорогущая, ограда-то. Так, посмотрим. Красота. Вот видите, мы сейчас просто все обезопасим. И ни один раптор не посмеет даже огрызнуться. Полностью электрическая защита. Понимаете, насколько это хорошая защита? Динозавры сражаются. Да и пусть сражаются. Не сейчас, главное обезопасить всю зону. Ну-ка.
Как они там дерутся, они даже не знают, что тут происходит. Так, кого-то убили. Давайте, уходите вы двое оттуда. Кого-то убили? А, дел... Так, Дилфазарик убил вот этих. Ой, ладно, надо, значит, подготовить нового, как говорится. Ой. Ладно, главное, что мы получили то, что мне нужно. В первую очередь. Это хорошо. Наша работа — дарить людям чувство безопасности. Этот контракт поможет нам работать лучше. Ну, я не против обеспечения безопасности. Почему бы и нет? Проблема в том, что от него толку ноль будет сейчас, потому что мы сейчас перейдем на другую зону. Но главное, что мы добились то, что мне нужно. А соответственно, нам пора сейчас на другой остров, ребят. Остров, где мы не получили еще полной прокачки. На Исла Таканью надо. Давайте на Исла Муэрта сначала. Потому что нужно здесь тоже прокачать все наши отношения со всеми нашими коллегами. Это все завершено. Это мы все получили. А вот на... А вот здесь вот есть еще над чем поработать. Повысить репутацию отдела, развлечений, выполняя контракты. Это надо сделать. Историческая жизнь на острове Исла Матасерос. Отправляемся на Исла Муэрта. Исла Муэрта, жди меня. Я отправляюсь к тебе. Да, ребят, я хочу прежде чем перейти на Сорна, потому что Сорна — это огромная территория, но не меньше, чем даже тот же самый Исланблар. Чаечек холодненький. Исланблар тоже большой остров. И нам нужно, как говорится, все это дело обеспечивать и защищать. Обеспечивать и защищать по полной программе, причем. Видео я постараюсь... Сегодня у нас будет часовое. Ну, я обычно записываю где-то час, ну, может быть, полтора. Иногда затягивает, иногда заносит меня, конечно, куда только в никакую даль. Жизнь найдет себе дорогу, доктор Ян Марком. Это так. Жизнь найдет себе дорогу, какая бы жизнь ни была. Фирмовая или великолепная. Все бывает, но она всегда находит себе дорогу. Это, кстати, остров Бурь. Он мне очень не нравится из-за этого, потому что здесь очень частые бури. Мы, в принципе, здесь улучшили все, так что проблем быть не должно. Прибыль здесь тоже очень хорошая. Поэтому давайте же мы сразу сделаем святое. Поставим отличные бетонные ограждения, если никто не возражает. Хотя, в принципе, здесь, наверное, надо бы все закрыть и обеспечить. Надо сделать здесь все качественно. Я здесь раньше делал все не так гладко, как надо бы было. Ой, да уж. Так, во-первых, где у нас все эти? Отключение энергии. Цератозавр. Ищет воду. Где? Так, отлично. Управление транспортом. Быстро, быстро, быстро! Успел? Нет, не успел. Жалко. Вообще, кстати, надо бы еще центр оса сейчас прокачать. И просто... Нет, это экспедиционный центр, а центр оса где... А, вот он, центр оса.
Так. Значит, скорость перезарядки. Планирование оса, точность оса и планирование оса. Я хочу сейчас вот этих всех перевести в эту зону. Комфорта здесь относительно... Ну, неплохо у них тут. Живут и здравствуют. Так. Или, в принципе, подождать, пока поднакопится все это дело. Я просто хочу перестроить часть парка, понимаете? Тем более... О, а почему перестраивать? Мы можем сейчас сделать новый парк. Мы сейчас можем сделать что-то новенькое. Да, здесь же много чего не сделано. Смотрите. Тут прямо есть отличное место для нового строительства. И мне это нравится. Так, смотрите. О, инфраструктура. Прямо идеальное место. Для отеля. Прямо, ну, идеально вписывается. Так. Сюда же. Построим все остальное. Так. Вот так вот. Так. Прямо вдоль дороги, прямо вдоль каньона делаем. Мы сейчас уже опытом научены. Мы уже опытом научены. Так. Я знаю, что нет электроэнергии. Успокойся, система. Я прекрасно обо всем этом осведомлен. Так. Так. Это пока деактивировано. Мы пока эту зону деактивируем. Мы здесь только строим. Я не буду пока переобустраивать эти парки, я сделаю лучше. Я буду перевозить в новый вольер их всех. А это буду перестраивать по своему образу и подобию. Я думаю, это правильно будет. Мы сейчас подготовим новый парк. Так. Так, не совсем корректно здесь вышло. Потому что, смотрите, здесь есть место. Так почему бы им не пользоваться? Отключение электроэнергии. Так, ладно, направляем рейнджера. Пусть займется. Так, и заодно, кстати, дадим им лишнее задание. Ну, точнее, прокачку надо сделать же им полноценную. Так, точность. А оставшиеся займем их задачами, центр планирования. Так.
кормушками что у нас? Уже подхожу к кормушке. Давай, подходи. Пополняй. А мы пока продолжаем строительство в этой секции. Так, что здесь у нас будет? Ну, сюда однозначно надо лабораторию ставить. Потому что именно отсюда нам будут все выходить. Все они будут выходить именно отсюда. Так. Так, отлично. Аккуратненько. Я стараюсь сделать точно по склону, чтобы вот прямо динозавров хватало места на все. Чтобы вообще хватало прямо места на все. Я знаю, что нет электроэнергии. Что ты мне говоришь, система? Так, вот здесь надо подровнять слегка. Вспышка болезни. Отлично. Ну, нет, не отлично. Я имею в виду, что у нас просто места хватает хорошо. Так, на базе. Добавить задачу. Болезнь не здесь, ясно. Подтверждаю задание. Запрос принят. А заодно пополнишь кормушки. Все ясно. Давай, займись делом. А мы пока займемся вот этим. Так, это деактивировано. О, да. Тяжел наш труд, товарищи, тяжел. Но тем он и прекрасен. Вот так пока поставим. И здесь же сразу надо по периметру прямо вот сделать ограждение. Подождите, надо сначала разобраться с потоком. Где что будет находиться. Так. Так. Не совсем, вот так вот. О, уже ровный круг. Хорошо. Ну, тут не совсем ровненько выходит. Я просто хочу сделать, хочу, чтобы все было идеально. Понимаете?
Так. Давайте еще раз. Так. Ну нет, не отлично. Так. Ну вот это еще куда не шло. Ладно, вот это сгодится. Хорошо. Отлично. Здесь однозначно сразу будет бетонное ограждение. И скорее всего даже не будем обрезать. Прямо вот здесь поставим. Так. Ну-ка. Потом, если что, будем уже распределять всю эту зону. И что, как, когда, кто и где, с кем и почему будет. Хотя, в принципе, я уже нашел подходящую зону. Так. Ну-ка. Отлично. Дорогу сейчас еще раз восстановим. А, зараза. Ну ладно, не совсем то, что я хотел. Подходящий вариант. Так. Подходящий вариант. Так, что там со вспышкой? Опять что ли кто-то заболел? Добавить задачу, лечить. Подтверждено. Добавляю задание. Добавляю в список. Отлично. Так, а там что у нас? Ну, в принципе, тоже все хорошо. Пока да, я стараюсь сейчас особо... Кстати, давайте посмотрим, что у нас здесь за задания будут. Расширение инкубатора, магазин игрушек, задание «Выживает сильнейший». Следующая разблокировка. «Выживает сильнейший». Что она дает? И средняя электростанция. «Барионикс». Средняя электростанция, это мне надо. Надо им заниматься, надо им заниматься. Я хочу быть полностью готов для Исла Сорна. Потому что на Сорна нужно будет делать все. Здесь надо сделать то же самое примерно. Приближается буря, дожили. Говорите, что хотя бы... Так... Открываем все убежище. Пусть прячется пока что. Пройдет буря и займемся делом. Буря сейчас пройдет мимо, и нам все будет хорошо. Мы пока занимаемся прокладкой вот здесь дороги.
красота. Активируем. И пока толку мало. Так. Добавить задачу. Пусть занимается. Что еще повреждено? Так. Так. Угроза от динозавра есть. Повреждена зона монорельса. Красота. И туалет сломала. Вот что за... Кошмар какой-то. Кошмар, да и только. Ладно. Зато хотя бы здесь у нас все хорошо. Хотя бы здесь у нас относительно все хорошо. Так, мне нужна, конечно, временная электростанция. То есть надо подводить сюда в любом случае электроэнергию. Малую электростанцию где-нибудь надо поставить. Потому что если не будет электроэнергии, здесь будет просто трындец. Но здесь тоже огромный кусок свободный. Давайте тогда мы сделаем сейчас каскад электростанций. Тут все равно сзади у нас места полно. Хотя, в принципе, я хотел бы перестроить всю эту зону. Ладно. Знаете, как мы сделаем? Мы сейчас все это дело расставим по местам. А потом все это дело перестроим по полной программе. Так. Значит, выработку по полной ставим. Экономическое содержание по полной. Прямо выжимаю из всего дела все, что возможно. Красота, я еще и дорогу не соединил. Так. И остальные станции тоже надо проапгрейдить, кстати. Дамы и господа, в качестве меры предосторожности и для вашей безопасности просим пройти к ближайшему убежищу. И надо защиту от отключения электроэнергии поставить. Так. Ближайшее бомбоубежище, закрыть все убежища. Так. И защита от отключения. Ставим. Мне нужна полностью такая защищенная сеть. Надо будет сделать потом просто зону под электроэнергию. Полноценную такую, чтобы все было прямо вот на ладошке у меня. Так, защита от отключения и выработка электроэнергии. Красота. Сколько у меня всего? Общий расход электроэнергии 240. Всего доступно электроэнергии 122. Всего требуется электроэнергии 13. Отлично. Ну хотя бы оптимизировали все это дело. С дорогой здесь, конечно, еще проблемка будет у нас. Потому что я планирую вот здесь продолжать весь парк. Я планирую эту зону просто расширить ее.
Планирую ее расширить. Так, вот здесь надо поправить, чтобы все было корректно. Так. Так. Отлично. Ну-ка. Где-то примерно вот так планирую пока это сделать. Он это все деактивировано. Это надо еще подключать все. Надо еще, кстати, разобраться, где здесь будет у нас монорельсовая система. Потому что монорельс будет у нас повсюду теперь. То есть где-то должен быть выход на монорельс. Здесь, понятно, мы его хотя можем разместить, попробовать, но это... Безумно сложно будет. Это будет безумно сложно. И мы не развернемся здесь особо. А вот тут вот получится. Так. Ну-ка. Вот так вот. Прямо повторяем контуры. Прям по контурам идем, по контурам. Вот так вот. Отлично. Пусть пока вот так будет. Она пока все равно не доделана, пути не завершены, это деактивируем. Так. Кто-то помер у нас. От чего? Убийца Церта. Так, ясно. Добавить задачу и вывести. Да уж. Пока копим. У нас деньги есть? Деньги есть. Значит, будем пользоваться по полной программе. Здесь нам нужно что сразу? Какой-нибудь фастфуд однозначно нужен. Какой-нибудь фастфудик-то точно понадобится ведь. Вот так вот. Отключение электроэнергии. Ну, красота. Что в этот раз? Подтверждаю задание. Ладно, нас все равно... О, электроэнергии куры не клюют, как говорится. Так. Это я тоже вырублю. Пока что. Я просто сейчас расставляю все на свои места.
чтобы когда настанет момент, это все можно было использовать. Так, и активируем. Так, отлично. Загоны теперь можно продолжать. Так. Ну-ка. Я думаю, сделать здесь какой-нибудь коридорчик, чтобы они вот прям проходили. Почему и нет? Можно ведь? Я думаю, это отличная идея. Сделать тут какой-нибудь коридор. Так, и давайте сразу электроэнергию протащим. Ну, тут по-любому будет. И, нет, здесь надо еще, знаете, что поставить? Бар. Бар им по-любому понадобится. Здесь, конечно, может было бы бомбоубежище, но я думаю, здесь оно не понадобится. Здесь все и так в безопасности относительной. А вот что точно надо поставить, так это... защиту, наверное. Ограничение рельефа. Ну, с ограничением рельефа поспорить я не могу. А вот здесь вот поспорить явно могу. Смотрите. Вот так вот. Красота. Вот этот я могу спокойно продать. А этот соединить. И все. Красота. Отлично. Подождите, а в принципе сюда же можно было бы и большую поставить по логике. Да, никаких бы проблем не нужно было делать, никаких, никакой возни лишней. Так. Да, в ее зону все эти две подходят. Прекрасно. Так. Сюда тоже надо поставить. Вот что такое бывает, ребят. Прямо увлечешься сейчас. Я даже, наверное, о, уже как раз час, да? Я думал, даже больше. Так. Вот так вот и бывает. Увлечешься каким-нибудь строительством, а ну вот оно как оборачивается.
куда-нибудь вот сюда поставить бы, наверное. А вот сюда, кстати, она помещается отлично. Да, приносит извинения за предоставленные неудобства. Но зато хотя бы извинились. Какие помехи? Отлично. Разобрались. Это значит, подсоединили, то соединили. Осталось только провести кабель временный, чтобы хватило на всю электроэнергии. Так. Ну тут, в принципе, нормально было бы. Какие-то помехи присутствуют. Ой, да уж. Замучаешься, конечно, с этой прокладкой. А в принципе, можно вдоль вот этой границы просто их соединить боком. Да, как вариант. Вполне такой вариант приемлем. Вот так вот сейчас пока проставлю. А там уже посмотрим. Докуда дотянется. Красота. Протягивается как надо. Так. Все равно беда лютая. Так, ладно. Протягиваю пока провод. Чисто сюда. Чтобы просто хватило электроэнергии. Так, для удобства. Прошу вашего внимания. Этот аттракцион в настоящее время закрыт. Так. Прошу вашего внимания. Так, смотрим. Это пока деактивировано, поэтому и не показывает. Но они не соединены. А, нет, они соединены главной дорогой. Так. Мне нужно видеть все. Где, что, как, когда, зачем и почему. Так. Следующий загончик. Прямо должен встать вот сюда. Он прямо идеально вписывается в эту зону. Хотя есть идейка, знаете какая? Поставить сюда вот как раз таки вот такие вот. Они будут смотреть всю вот эту зону. А зона покрытия будет минимальна. Так. И здесь же заодно можно поставить вот эту.
Технически она, она легко встраивается в зону. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Дамы и господа, мы установили новую смотровую площадку, чтобы вам было удобнее наблюдать за нашими глазами. Ну, тут туалеты есть. А если я его активирую? Они как-то сюда еще добрались. Так, ладно. С точки зрения туалетов, этот обеспечен. Этот тоже. А вот этот красный. Ладно, да, хорошо, я спокоен. Я прямо счастлив. Вот сюда. А куда еще пост ставить? Некуда больше же. Так, здесь их не проставишь особо. Но это не удивительно, это же закрытый раздел. Отдел. Так. Дамы и господа, для вашего удобства установлены новые туалеты. Вот так вот. Отлично. А в принципе здесь можно сделать круговую. Тут в принципе можно сделать круговую. Никаких проблем. Им же все равно будет вся зона просматриваемая. Так никаких проблем нет. Ну-ка, чисто технически. Так, то я не подсоединил, что ли? Ясно, не подсоединил. Так. Да, в принципе, здесь можно просто сделать оградку по периметру, и все будет шикарно. И никаких проблем. А дорога будет одна главная. Да, нормально будет. И никаких проблем. Давайте тогда сразу здесь же разместим еще один туалет. Нет, не туалет, говорю, туалет. Ну, как говорится, обосраться же всем им хочется. Всем нашим гостям. Отлично.
Так. Это пока временная стенка. Теперь давайте-ка... Отлично, кормушка какая-то пустела. Где конкретно? Угу. Вольеры с хищниками, прямо шикарно. Направляюсь пополнить кормушку. Без проблем. Задание получено. Перейти к месту драки. Ладно, пусть сражаются, мне не страшно. Так. А, дальше. Давайте пока займемся ландшафтом. Так, неплохо. Так. Построим сейчас нормальную дорогу. Красота, да и только. Итак, смотрим. С точки зрения просматриваемости, зона практически сделана как надо. Практически, но не совсем. Можно было бы поставить что-нибудь еще. К примеру, сюда. Но мне кажется, это было бы уже чересчур. Хотя, с другой стороны, кусочек земли, где... Нет, здесь уже не получится. А вот если поставить высотную башню, то это уже другой вопрос. И вот тут бы она закрывала как раз бы все, что мне надо. Принято. Ну-ка, должно получиться. Прямо идеальный такой вариант. Что там за ограничения? Метеостанция, зараза, мешается, что ли? Да ладно, уберем ее тогда пока что. Сначала главное, потом уже второстепенное. Так. Так. Теперь... Нет, загончиков пока еще рановато. А вот... О... Вот так вот. Красота, да и только. Та-та-там-та-там-та-та-там-там. И опять же... Система воздушная. Правда, теперь надо придумать, куда поставить вот эту зону. Потому что вот эта вот здесь она мешается. А может и без нее уцелеет все? Ну, в принципе, я думаю, уцелеет. Хотя, с другой стороны, не помешал бы, конечно, бы.
Вот с одной стороны, система безопасности нам нужна. Это бесспорный факт. Здесь все просматривается. Есть у меня одна безумная идея, надеюсь, она зайдет. Вот так вот сделать просматриваемую зону. И все будут смотреть только с высоких. Никаких низких площадок, чисто высокие. Идея безумная. Но так мы сможем себе выиграть немножко лишнего пространства. Сейчас объясню, что я хочу сделать. Смотрите, мы сейчас поставим здесь прямо ограждение поворачивающееся. Так. И с точки зрения просматриваемой зоны у нас здесь будет все. Чисто высотки делаем. Чисто высотки. Так. И даже придумал получше. Смотрите-ка, как можно уже сделать. Да, это убрать. Убрать, убрать, убрать. А сюда мы поставим как раз-таки... Не-не-не. Сюда как раз-таки поставим вот этот угол. Центр по производству динозавров. Он как раз идеально вписывается. А мы можем как раз-таки... Идеально все это дело соединить. Так. И заодно поставить здесь парочку магазинов. Ну, я гений? Угу. Знаю, гений. Так. Да, и зона практически вся просматривается. Ну, вообще шикарно. А если вот в этот угол поставить еще одну такую смотровую же? Ну, чисто хочу технически попробовать. Ну, хотя, в принципе, можно оставить немножко динозаврам место для покоя. Так, значит, смотрите, тогда продать. О, подстанция большую мы поместим, скорее всего, вот сюда, если места хватит. Не хватает пока что. Здесь чисто угол. Ну, в принципе, вот сюда можно. Да. Так, смотрите. Да, продать. Ну, все такое маленькое. Отлично. Ее прямо вот сюда крючок ставим. Так. Отлично. И вот сюда. А здесь уже разместим все наши вот эти вот закуски. Еды, попить, поесть.
все и все прочее эту мишуру. Так. Здесь даже надо, конечно, дорожку чуть-чуть исправить, чтобы было побольше пространства. Ты так смотрю, подключаться с магазинчика особо-то не хочет. Так. Отлично. Так. Фастфудик. Ладно, тут ограничение рельефа. Значит, надо сделать что-то прямое. Так. Давайте сделаем тогда прямую дорогу. И к ней напрямую все это дело подключим. А там уже потом разберемся, что, где, да как. Так. Так, сейчас должно хватить места на все. Технически. Не уверен до конца, но... Так. Опять же, туалеты надо. Так, ну сюда, кстати, поместится даже не туалеты, а полноценный бар. Так. И надо пока вот... Так, это все деактивировано, это все деактивировано. Так, это я пока деактивирую. Да, это надо все деактивировать пока что. Чтобы оно просто не жрало энергию. Так. Деактивировать. И активировать. Просто все это пока строится. Смысл этому жрать энергию лишний раз. Потом все равно будем все перестраивать здесь по максимуму. Так ведь? Так. Так, далее смотрим. С точки зрения доступности. Ну тут как бы она есть, и как бы ее нету. Даже не знаю. Но с другой стороны, как бы тут добраться несложно. Тут добраться до нее несложно, до всего этого дела. Но все равно надо бы исправлять положение. Ладно, давайте активируем. Просто активируем, чтобы потом можно было наблюдать, сколько у нас электричества естся. Да, знаю, сам выключил, сам включил. Но надо знать, сколько сейчас у нас... Так. Активируем все. А там уже разберемся. Так. Так. Ну вот так пусть будет. Красиво, неплохо, места много. Так, не подключ... А, ну да, не подключено же. Приближается буря. Так.
Сразу уберу всех, чтобы не было никаких проблем. Так, кто-то опять помер. Где на этот раз? А, здоровье. Ладно, сейчас вернемся это дело. Давайте, служба перевозочек. Забираю актив. Пусть пока все прячутся. Пока новая зона готовится, надо все обеспечить по полной программе. Так, тут что у нас? Фастфуд, магазин подарков. Ну тут уже не помещаются они. А тут чисто технически, что ли, получается, зон для строительства недостаточно. Так, подождите, если я ее вот здесь поставлю. Ну или где-нибудь вот тут. Осталось сейчас примерно где-нибудь потыкать. В принципе, кстати, вот здесь можно просто хорошо сэкономить. Опять же. Так, подождите-ка, во. Красота, да и только. Тогда я могу сейчас вот эту перенести. И поставить более-менее нормальную. Вот сюда. И у нас останется еще полно свободного места. Красота, да и только. Вот так и занимаемся мы обычные дни менеджера юрского периода. Так, ладно, что там у нас? Так, закрыть все убежище. И у нас отключилось электричество. Красота. Добавить задачу. Подтверждено. Перезагрузить. Потом добавляю отправиться задание. На кормушку. Без проблем. Ой, надо будет все это делать, перестраивать. Принимаю запрос на пополнение кормушки. Назначаю дополнительное задание. Так. Надо будет всех их пересаживать, перевозить сюда. И надо будет обустраивать новые зоны по электроэнергии и электродобыче. Но это да, это надо делать. Это надо делать, это надо делать. Это, от этого никуда не денешься. Так, стоп, подождите. А бомбежище здесь же тоже надо делать. Это мало ли, порвутся люди... Ну, красота, еще и ремонт требуется. Ну, кстати, давайте посмотрим, доберутся они вовремя или нет. Если уж на то пошло. Так, состояние. Вот, пусть заедет, поремонтирует. Заодно посмотрим, как быстро доезжает. А пока доезжает, давайте-ка посмотрим. Надо разместить еще убежище где-нибудь вот здесь. Прям вот сейчас был вот где-то вот здесь, вот видели? Да она синеет. Есть! Прямо впритык. Так, и магазин подарков давайте. Отлично. В
Так. Так, отлично. Красота. Обеспечиваем всем необходимым. Теперь займемся здесь уже рельефом и ландшафтом. Отлично. Ну-ка. Вот так вот. Красота. Красота. Я доволен. Я полностью доволен. С этим, по крайней мере, разобрались. Хорошо. Дальше. Дальше. Что у нас дальше? Технически можно сюда как-то попытаться вместить перевозку. Мне кажется, она вместится сюда. Вместится, но не точно. Ясно. Хорошо, понятно. С ней все понятно. Так. О, давайте тогда теперь. Ну, у нас деньги есть? Есть. Можем делать. Так, отлично. Красота, да и только. Так, аккуратненько. Вот сюда. Я просто хочу сделать здесь, знаете, какой вот именно переход. Вот здесь будет переход. То есть, чтобы динозавры могли ходить между собой. То есть, сделать одну огромную станцию. У меня прямо на это есть большие планы. А это подключено у нас? А то я не помню. Отлично, подключили наконец-таки. Так. Здесь же что надо? Так. Но надо вот здесь немножко подрядить. Так. И надо сделать здесь брод. Где-нибудь. Ну хотя вот в принципе вот здесь же самое то. Отлично. Так. О, теперь кормушки. Так. Кормушка одна здесь. Кто там у нас заразился на этот раз?
Опять галим. Мясо, что ли, решил попробовать? Идиот какой. Так, добавить задачу. Все ясно. Сколько сейчас? Два... уже сколько времени. Видимо, мы эту зону будем доделать с вами потом. Но нет, я хочу сейчас ее закончить. Чтобы у нас просто не было никаких дальнейших проблем. Геном. Получите минимум 60% некого генома. Лоротитан. Мы можем вообще его получить? Чисто технически любопытно. Профалозавр. Ротозавр. Ну, тут пока возможности такой нет. Кстати, в принципе, мы можем уже сейчас выводить... для начала, кстати... с инкубации... шанс успеха. Выводить... брахиозавров и диплодоков. Для них здесь, в принципе, уже все условия есть. Так. Пусть выводится. Что до этой зоны? Здесь, я так полагаю, мы разместим центр наш. Соответственно, здесь должны быть рейнджеры. Прям ближайшая зона, где они должны быть. Так, это активировать. Активировать. Пусть жрет все. Я хочу знать, на что у меня не хватает средств. Путь не завершен, это я прекрасно знаю. Спасибо и без вас. Зараза, путь сломал. Ладно. Так. Вот так вот. Здесь мы с вами поставим станцию рейнджеров. Потому что... потому. Нам просто нужно, чтобы была быстрая возможность добраться до любой точки. А тут они смогут это быстро делать моментально, я бы сказал даже. Так было бы, конечно, разумнее поставить. Хотя... что называть разумным? Смотрите. Сейчас мы вот здесь ее размещу как-нибудь. Нет. Смотрите. Смотрите, что у меня какая идейка вышла. В принципе, учитывая, что вот здесь будет все у нас находиться, лучше, конечно, его разместить где-нибудь вот здесь. Потому что вот именно вдоль вот этой линии у нас будет проходить основная зона. Основная зона. И логичнее было бы вот здесь все это дело и поставить. Прямо вдоль вот этой зоны. Прямо вот здесь вот. А там уже будет все остальное, да. Так, наверное, надо сделать. Так. Ну-ка. Вот так вот.
Это все уничтожается, это уничтожается, 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 уничтожается. Так, надо делать новую инфраструктуру, это обязательно. Потому что без нее толку от всего дела этого будет ноль. Так, первое на подходе. Думаю, от второго центра ОСА хуже не будет. Что там у вас? Вылечить, что ли, никого не можете? Подтверждаю задание. Принято. Давайте лечить уже всех. Запрос принят. Так. Давай задачу. Запрос на пополнение кормушки. Задание получено. И здесь, в принципе, надо бы поставить загонщик, а то потом он будет в объезд все это делать. Так. Надо просто сделать один огромный большой вольер, где они будут все перемещаться, ходить, кушать. Просто одну огромную зону. Одно огромное пастбище. Так. Нет электроэнергии. Вырубилось, что ли, или не хватает электроэнергии, я не совсем понял. Так. Выполняю запрос о пополнении. Подождите-ка. Сейчас посмотрим. Где не хватает электроэнергии? Что вырубилось? А, тут не хватает. Все, ну ясно. Теперь дошло. Я просто уже немножко потупливаю эту вечер уже. Так, ладно. Что возьмем еще? Центр ОСА переместим тоже сюда. Подождите, станция рейнджеров. О, не-не-не. Да не то, не то. Центр, центр, центр. Инфраструктура. Центр ОСА. Здесь, в принципе, можем... тоже это все дело подкорректировать, чтобы все было как нельзя лучше ровненько. Так. Вот так пока соединяем. Что там? Кто что кого уничтожает? Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Так. В общем, у меня рейнджеры идиоты. Добавляю в список. Без проблем. Так. Этот себе сидит на базе, отдыхает. Слежу за пополнением кормушки. Добавляю в список. О, вот что значит создавать что-то новое. Очень тяжело. Да. Ну и коль уж они тут. Так, электричества пока нету, да? У нас тут.
Тут, в принципе, кстати, можно обойтись с малыми станциями. Они отлично впишутся во все это дело. Так. Так. Отлично. Здесь сразу проапгрейдим. Так. Давай, давай, давай. И планирование. У нас не хватает электроэнергии или что? Так, добавить задачку. Все ясно. Подтверждаю задание. Отлично. Эти пока при делах все. Так. Да, походу электроэнергии... А, я ее не подсоединил дорогу. Ну теперь должно хватать-то. Добавить задачку. Запрос принят. Добавляю задание. Отлично. Этот сразу тоже проапгрейдить. Остальных проставляем. Так. Задание получено. Подтверждено. Назначаю дополнительное задание. Красота. Пока они все заняты, можно продолжать строить дальнейшую инфраструктуру. В частности, можно поставить здесь центр безопасности, но пока не будем. Найдем для него место в самом начале, когда они все будут люди приходить, чтобы знакомиться с нашим центром. Центр окаменелости. На каждом острове построить можно только один. Я хочу вдоль всей этой линии построить все это дело. Да, это можно продать. Научные центры наши можно продать. У нас этого добра сейчас вполне навалом. Так. Экспедиционный центр можно продать. Так. Итак, экспедиционный центр. Давайте повернем его аккуратненько. Не-не-не, место-то полно. Не смеши мои подковы. Так, давай, давай, давай. Отлично. Так. Опять же, здесь сейчас можно все это дело соединять. И проблем у нас не должно возникать. То, что дорога не присоединена, это да, есть такое. Это мы сейчас исправим. Так. И
исследования у нас все есть, поэтому проблем с этим быть не должно. Так, одна. Здесь амбулаторию ставить не будем, смысла в ней не будет. Так. А вот зоны просмотров. Вот они понадобятся. Так. Причем на той стороне прям по полной программе понадобится. То есть нам нужно, чтобы все дотягивалось до туда. Так. А тут присутствует помеха, да? Лице не очень необходимые улыбки. Как она неудобно здесь стоит, конечно. В принципе, я здесь могу сейчас уже простроить электросеть. Так, от этой могу прямо избавиться. То есть это уже лишка. И здесь, в принципе, можно теперь уже начинать строить новые загоны. Так. И вот тут как раз таки можно поставить уже потом будет. Можно будет потом поставить хорошую систему. Так. Так. Отлично. Ну-ка, что-то, кстати, там у нас с производством. Да, я забыл, надо поставить новое. Нужно минимум двое. Нужно минимум двое, чтобы они потом не буянили. Пусть производится. Деньги пока есть, деньги пока к нам идут, так что мы можем себе позволить. С точки зрения... Так. Отлично. Эта зона просматриваема. Можем вдоль вот здесь поставить спокойненько ограду, и никаких проблем не будет. Так, потом, если что, отрегулируем все это дело. К примеру, опять же, убежище надо ставить. Но в главную очередь, конечно, это именно смотровые башни. То есть надо ставить их так, чтобы все было захвачено.
Так. Прямо каждый угол был захвачен и виден. Вот так вот. Так. Это сейчас будет обеспечено электротоком. И как только она будет обеспечена, мы к ней подключимся. Это не проблема. Почему не хватает? Выведи меня нормально. Ты можешь это сделать? Так. Ух, самое крупное большое строительство за всю мою жизнь, наверное. Так, отлично. Ставим вот так вот. А сюда между ними поставим вот эту красавицу. Как-нибудь аккуратненько, ровно, наверное. Так. Бетонки. Красота. А здесь между ними можно поставить там магазины фастфуда, еды и всякой прочей заразы, которая никому не нужна. Так, поскольку вот тут у нас прям идет крутой поворот, то я думаю, вот в этой зоне отель прямо был бы самое то. А возможно, даже вот здесь. Так, ладно. Давайте сейчас начнем большую процедуру. Так. По массовому усыплению. Все ясно. Принято. Подтверждаю задание. Пусть занимается. Ты достал уже. Выведи мне динозавра. И точка. Несложно это. Поставлю даже шанс успеха еще раз. Может, так ведь сработает. Не хватает, что ли, электроэнергии или что? Я не совсем понимаю. Подождите. Так. Питание идет. Что-то прямо вот жрет питание. А, жрет питание, видимо. Ну-ка. Точно, у нас избыток электроэнергии. Ну, не избыток, у нас проблемы с электросетью. Так. Коль уж на то пошло, давайте сразу же смотреть, где будем ставить вообще всю электросеть нашу в будущем. Скорее всего, вдоль вот этого всего дела. Пока пусть тут. Потом будем ее переставлять. Ну, просто надо будет массово все вот это дело менять, переставлять, заменять. О, да уж. Большое строительство требует больших жертв. Это достал уже.
Ладно. Выпустим пока этого красавца. И пусть производит мне нового. Так, кормушки. Так. Где-то вот примерно вот тут, наверное, тоже надобно. Пусть пока вместе побудут. Я, наверное, сейчас, знаете, даже озеро немножко переделаю. Так, смотрим по комфорту. О, чего не хватает? Леса ему не хватает, как всегда. Больные динозавры не обнаружены. Почему я не удивлен? Так, теперь доволен? Отлично, леса относительно полно. Выведем еще одного. Ему в компанию. Так. Значит, добавить задачу. Осталось усыпить еще парочку товарищей. Без проблем. У нас служба перевозок. Дилофазавр. Продать. Дилофазавр продать. Трицератопса, в принципе, можно перевести. Так, вернись. Чего ты все время переключаешься то, куда мне не надо? Так. Трицератопса перевести. Выдвигаюсь на сбор актива. Так. Дилофазавра продать. Выдвигаюсь забрать актив. Трицератопса перевести. Собираюсь забрать актив. Так. Актив забрали. Идет транспортировка актива. Отлично. Ну а здесь можем заняться пока тотальной перестройкой. Это необходимо. Перевозка актива. Это необходимо, народ. Надо заняться сейчас тотальной перестройкой всего парка. Без этого парк не сможет развиваться. Это необходимость. Так, так. Нет электроэнергии. Не вопрос. Сейчас все сделаем. Ну, подождите-ка, карту покажи-ка мне. А, электроэнергии в этом смысле нет. Ладно. Так. Начата транспортировка. Добавить задачу. Ну-ка. А, я ее не подключил. Подождите, как я ее не подключил? Должен был подключить. Так, здесь сразу же. Выработка энергии. Выработка энергии. Нам нужно как можно больше энергии сейчас пока что. Пока что. Подтверждаю доставку. О, так. Здесь зона у нас широкая, большая. И
и смотрите. Надо найти место для отеля. Учитывая, что здесь все у нас вдоль будет идти. Все наши научные центры, разработки и так далее. Логичнее будет, конечно, бы все это дело перенести. Так. Да, продавать все. Да, мы сейчас прибыль себе немножко, конечно, урезаем из всего этого дела. Но это необходимость. Это вот просто необходимость. Так. Ну-ка. Отлично, вижу еще. Актив доставлен. Так. Да, мы уничтожаем старый парк, чтобы построить на его основе нечто новое. Помните, как мы только-только начинали? Прям какие воспоминания. Какие были воспоминания? Так. Сейчас я пока делаю вот такую дорогу. Потому что здесь мы будем сейчас тоже все сносить. Так. Никаких роскошных дорог пока не будет. Пока что никаких роскошных дорог. О, этот угол я, наверное, полностью превращу в зону электростанций. И станцию рейнджеров тоже продам. Так. Пока вот так сделаем все. Отлично. А вот это, да, можем прямо вот реализовывать. Толку от этого ноль все равно. Так. Низкие рейтинги – обычно главный признак того, что где-то что-то идет не так. Вам стоит разобраться, что происходит. Да не переживай, я знаю, что происходит. Сейчас происходит просто большое тотальное строительство, вот и все. Ничего особенного. Так, этот сейчас будет готов. Давайте тогда мы заодно подготовим диплодока. Так. Ух, сейчас. О, все, уже 2 часа. Походу мы сегодня пока не успеем. Так. Во. Дина закуски на Дина пир. Отлично. А здесь у нас динопойло, динококтейль. Дамы и господа, информируем вас о том, что прогноз погоды обещает бурю. О, все прям хотят коктейли. Так, неплохо. Дамы и господа, в связи с уточнением прогноза погоды объявлено штормовое предупреждение. Ну, красота. Шторм еще будет вдобавок. Плохая погода, взбешенные динозавры. Мало нам не покажется. Откроем пока все убежища. И давайте сразу же посмотрим, какие зоны у нас покрываются убежищами. Я помню, что у нас здесь была проблема с одним убежищем, но, может быть, местечко найдется для какого-нибудь еще.
Так. Нет, местечко не найдется однозначно. Что очень жалко, конечно. Ну ладно, я думаю, все уцелеет. У нас там только туалет сломался. Кстати, заодно посмотрим, как эффективно занимается у нас всем этим делом наши товарищи. Воду бы надо сделать здесь побольше, кстати. Чтобы, если что, можно было потом заезжать сразу же. Через ворота, да? Через ворота, молодец. Все, красота. Видите, все прошло хорошо. Закрыли все убежище. Так, вот тут у нас осталось. Отлично. Кормушки, наверное, пока трогать не стану. Ну, в принципе, пусть стоят, не мешаются. Хотя построить, к примеру, где-нибудь отель да надо. Надо где-то его поставить, но я пока не знаю где. Ладно, у нас еще центр окаменелости не поставлен. Помехи в лице чего? Объясните мне, пожалуйста. Так, ладно. Я вот это все расчищу, чтобы не было видно, что тут за помехи. А, дорога. Как вы сразу сказали. Так, давайте смотреть теперь. Так. Вот это уже необычно. Чего-то не хочет здесь ставиться он. Ладно. Исследовательский центр. Не знаю, почему они не хотят нормально ставиться, но это уже не совсем моя проблема. Будем разбираться по мере поступления. Так, здесь сразу ставим каскад станций. Так, и еще прямо соединяем, да, их. Чем больше электростанций будет здесь, тем лучше нам. Так. Отлично. Так, отключение от чего? А, да, мы же ее не подсоединили до конца. Так.
Сложный вопрос, сложный. С одной стороны, места должно хватать, а с другой стороны, его и не хватает вообще, в принципе. Хотя, в принципе, если здесь найти местечко, где бы все это... О! Нашел. Сейчас застроится и все, пойдет электроэнергия. Так. Так. Что там у нас? Кормушка пустая. Сейчас дадим задачку. Так. Добавить задачу. Отправляюсь к кормушке. Запрос принят. Добавляю задание. Добавить задачу. Направляюсь к кормушке. Так, отлично. С этими пока разобрались. Тут что у нас? Запрос на пополнение. Подтверждаю задание. Добавляю в список. Пусть пополняет. Сейчас закончим этот вольер, и они будут спокойно потом просто мигрировать в каждую зону. Так, тут что у нас? Так. И теплодок заодно. Так. Надо выровнять всю эту зону. А кто-то у нас умер, наверное, от старости, полагаю. Так. Ландшафт. Так. Какое ограничение? Ты и есть ограничение рельефа. Ой. Так. Была такая хорошая зона, я решил здесь прям вот... Направляюсь забрать актив. А че умер-то хоть? От старости. Я с ним займутся, я выровню здесь все.
Давайте, увозите уже его. Да, молодцы. Отлично. Увезли. Идет транспортировка. Так. То есть там, где ворота, там проблема будет все равно, да? Ясно. Ну ладно. В принципе, пока терпимо. Главное, комфортно. Комфортно. Всем всего комфортно. Так, выводим следующих. Еще парочку диплодоков. Еще парочку. И здесь же опять парочку растительной пищи. Вот так вот. Я понимаю, потому что здесь как бы в основном будут травоядные, я так полагаю. Чисто поскольку удаленная территория. Так, ну что ж. Да, здесь не особо лучший вид. А тут? Ну, тут тоже не рай, но все-таки лучше смотрится. Хотя вот из этой, наверное, будет самый лучший. Давайте посмотрим-ка. Да, вид, конечно, я сделал прям он. О, вот это мне нравится. Даже принтскрин сейчас сделаю. Итак, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал, также подписка в группу в Дискорде и ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании к этому видео. Спасибо всем, кто смотрел это видео, и всем, кто его прокомментировал и пролайкал. Мне будет очень приятно. Увидимся с вами сегодня вечером на нашем канале. Всем до скорой встречи, и пока-пока! Еще увидимся!